Опять нам нужно здесь подумать, прежде чем играть, потому что мы в любую минуту, ребяточки, можем проиграть. Прыжок. Отлично. Прыжок. Отлично, просто круто. Босс, ребята, вот это да! И что же делать с этим боссом нехорошим? Вот он, ребятки, вот этот босс. Все, я так понял, на него надо прыгать, ребятки, когда он отдыхает, когда он захикивается вот так. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки! С вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем продолжать играть вот такую вот замечательную игрушку под названием Red Ball 4, ребятки, или Красный Шарик. Идет на помощь своим другим красным шарикам, которые захватили черные квадраты. Ну что ж, ребятки, давайте, собственно, начнем нашу замечательную игрушку. Так, ребят, в прошлый раз мы с вами закончили на 10 уровне и перешли, собственно, на 10. Давайте с него и продолжим. Погнали. Так, давайте вот так вот. Хоп. О, это лифт такой, да? А че он так медленно едет-то? Надо его, наверное, толкнуть. Хопа. Ой-ой-ой-ой, ребяточки, я проиграл. Так, давайте вот так вот. Хопа. О, отлично. Отлично. Я, ребяточки, хотел подобрать звездочку, но, тем не менее, ребятки, я упал. И это не есть хорошо. Опять упал. Да что ж такое-то? Я когда-то уже начну нормально ехать. Поехали, давайте, вперед. Что ж такая игра-то сложная? Ладно, давайте не будем брать эту звездочку. Давайте вот этого шарика, ой, квадратика, столкнем в воду. О, ребятки, он утонул, вы это видели? Все, ребятки, он пошел на дно. Давайте шарик бросим. Отлично, и вот так вот сюда прыгнем. Все, ребятки, ох, супер, ребятки, чекпоинт взяли. Ой, ой-ой-ой, давайте убьем вот этого, ой-ой-ой. Так, тихо-тихо, прыжок. Так, стой, тут квадратик, надо его опять вот так вот. Ребята, он у меня укусил. Давайте вот так вот, хорошо. Просто замечательно. Давайте прыжок. Отлично, ребятки. И 10 уровень мы с вами прошли. Так, ребяточки, ну что ж, 11 собственно, уровень. И вот как он начинается. Давайте прыжок. Ой-ой-ой, ребятки, утонули. А как же прыгать мне-то? Прыжок. Отлично. Прыжок. О, отлично, ребятки. Давайте вот квадратика. Ой-ой-ой, ребятки, я чуть не упал, представляете? Все, квадратиком, ребятки, уничтожили. Так, ну что ж, погнали. Что это за американские горки такие, ребят? Давай. Вау, ребята. О, отличненько, звездочку собрали. Ох, круто, ребятки. И этот уровень мы с вами, ребяточки, быстренько прошли без проблем. Так, ребят, ну что ж, 12 уровень уже у нас. Нет, нам... А как же мне, ребяточки, надо сюда выпрыгнуть? Баум! Нет, так не годится, ребятки. Надо мне толкать, вот. Вот кого надо мне. Давай. О, ребятки, наконец-то. Все, теперь я понял как. Ого, какой валун. Давайте его с вами скатим отсюда. Вон, прямо на него пускай упадет. Отлично, ребятки. Двоих сразу убил. Вот это классно. Погнали дальше. Прыжок, отлично, вот чекпоинт как раз у нас. Ой, ребятки, здесь лифт, смотрите, такой. Который... Ой-ой-ой, я чуть не утонул. Утонул все-таки, ребятки. Так, надо быть более внимательным, потому что этот лифт... Ай-яй-яй, опять, ребятки, не рассчитал свои силы. Прыжок, есть. Прыжок. Сразу же захлебнулся, надо ждать еще. Прыжок, отлично. Прыжок. Да что ж такое-то, далеко прыгаю я. Прыжок. Ребятки, управление какое-то поменялось, что ли? Прыжок. Ждем. Прыжок. Ждем. Прыжок. Отличненько, ребятки, отлично. Нас укусил. Он один раз нас укусил. Давайте, ребятки, с вами вот так вот его уничтожим. И, собственно, пройдем 12 уровень и перейдем к 13. Ну что ж, вот этот злой квадратик, ребятки, через которого нам надо... с вами пройти. Давайте его
Вот так вот прихлопнем. Все, отлично. Так, ребятки, здесь я видел, звездочки стояли. Давайте возьмем их. Отлично. Так, дальше давайте будем толкать, наверное, эту штуку. Все, отлично, ребят. Вон там этот, ребятки, злой квадрат в доспехах. Давайте его будем мочить. Вот он злой, ребята, вы видите, какой он? Все, ребят, отлично. Так, ребятки, а это еще что такое? А, ребят, это такой, видите, паром по воздуху, ребятки, такой мост. Мне надо передвигать вот эту штучку, чтобы мост сам двигался. Отлично, отлично, вот мы и приехали. Так, ребятки, ну здесь опять река, что же нам делать? Ага, еще и квадратик злой там он стоит на этом, на ящике. Давайте как-то, наверное, перепрыгнем его. Давай, 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 вот так вот. Ох, отлично, ребятки, мы его столкнули в воду. И тем самым прошли 13 уровень, что просто замечательно. Вау, давай, давай. Ребят, немножко не так, я так понял, здесь надо делать, надо толкнуть. Теперь надо, наверное... Нет. Нет, неправильно. Давайте вот так вот немножко толкнули. И теперь выскочить сюда наверх надо. Все. Вау, прыжок. Хух, ребята, вот это было в действительности очень забавно. Очень мне понравилось. Так, давайте вот так вот сделаем. О, отлично, это у нас такая дорожка будет для вот этого камня, наверное. Его надо будет куда-то толкать. Сейчас посмотрим, куда. Давай, валун, толкайся, толкайся, толкайся. Вот, вот. Так вот, и уничтожили как раз нехорошенького квадрата, который здесь прогуливался. Так, ребята, опять речка. Опять нам нужно здесь подумать, прежде чем играть. Потому что мы в любую минуту, ребяточки, можем проиграть. Прыжок. Отлично. Прыжок. Отлично. Просто круто. Босс, ребята, вот это да! И что же делать с этим боссом нехорошим? Вот он, ребятки, вот этот босс. Все, я так понял, на него надо прыгать, ребятки, когда он отдыхает, когда он захекивается вот так вот. Надо на него прыгать. Хекай, хекай. Все, когда он устает, ребятки, надо на него прыгать. Так, ну черные квадраты тоже надо, ребятки, уничтожать. Ой-ой-ой, он меня укусил. А, два валуна, надо запомнить алгоритм, как они прыгают. Ой-ой-ой. Сейчас устанет, наверное. Нет, ой-ой-ой, ребятки. Проиграл, давайте заново. Так, сейчас первый, пошел. Давайте мы его сразу прибьем. Сейчас два у нас идут по краям. Есть. Второй, есть. Так, ребятки, опять квадратик злой к нам идет. Теперь опять он прыгает. И опять вот эти два. Все, алгоритм я запомнил. Теперь мы должны с легкостью с вами, ребяточки, победить этого нехорошего большого квадрата. Все. Ого, он еще и прыгает. О, отлично. Ого. Так, отлично. Ребятки, остался один раз. Отлично, ребяточки, бабах, он взорвался. И это просто, ребятки, круто, мы победили с вами босса. Но разве, ребяточки, это не замечательно, скажите? Но вы видели, что там было, ребятки? Там у него были, оказывается, отложенные яйца. И он там, ребятки, с ними их отложил для того, чтобы, наверное, победить. Так, ребяточки, ну что ж, мы закончили первый эпизод, так сказать, ребятки, красного шарика. Игра просто отличная, ребяточки. Если вам она понравилась, поставьте пальчик вверх, напишите какой-нибудь комментарий. А также не забудьте, ребяточки, подписаться на мой канал. Ссылка будет как в описании, так и красная такая штучка. Нажимайте на нее, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видосики, дорогие друзья. А я вас очень сильно люблю, дорогие подписчики. В следующий раз мы продолжим нашу замечательную игру Red Ball 4 или Красный Шарик. А с вами был, ребятки, как всегда, Юра. Пока-пока, в следующих сериях.